Приветствую вас. У меня появилось ощущение такое после прочтения вашего текста, вот что вы как будто бы забавно, знаете, цепляются сильно, вот ждете, что он вас примет, что вас примет его семья, вот. Очень волнуетесь почему-то по этому поводу, и соответственно ждете как бы одобрения с их стороны, вот. А одобрение не происходит, когда одобрение не приходит, вы очень болезненно на это реагируете. Вот, потому что, судя по всему, очень много стараетесь для того, чтобы вас одобрили, чтобы вас, чтобы быть на хорошем счету у людей. Вот, и, соответственно, возникает страх потерять отношения. И вот у меня во всей этой истории, да, рождается, только на самом деле, один вопрос, вот, как вы к себе относитесь, вот, как вы воспринимаете себя, по сути дела, потому что есть, есть такое ощущение, вот, что к себе вы относитесь, мягко говоря, не очень хорошо. Вот. Сами к самой по себе вот, не очень хорошо. Мне кажется, это так, мне кажется, на самом деле. Понятно, что я могу ошибаться. Вот. Понятно, что я могу быть набрать в этой истории, но выглядит это все вот примерно так. Вот. Соответственно, нужно поисследовать этот момент, нужно понять этот момент и увидеть, что где-то вы себя, вероятно, обманываете. В чем-то вы себя обманываете, скорее всего. А в чем-то вы, условно говоря, не совсем искренне с собой, в чем-то вы жертвуете, для человека, чем-то вы жертвуете, для мужчин. И мне кажется, это, вообще одно из худших, что вы можете сделать, жертвовать собой. Ожидаю, что вам что-то воздаст и так далее. Вот. А вот такой, в принципе, момент. Да, у вас вне всякого вообще сомнения. Есть довольно много тревожности. Вот. И страхов, неуверенности. Вот. С этим, мне кажется, нужно поработать, чтобы понять. Чтобы понять, что происходит.
чтобы понять, что с вами происходит, да? Вот. Как мне кажется, как мне кажется, это довольно такая важная история. А дальше, на мой взгляд, уже ситуация будет лучше разворачиваться, вот, и лучше раскрываться. То есть потихонечку вам нужно себя лучше чувствовать, да? Вот. Потому что у вас как бы очень много тревоги, действительно обиды, действительно вот каких-то таких действий, которые вы, может быть, не очень хорошо понимаете, может быть, не очень хорошо в этом отдаете себе отчет в том, в том, что хотите вы, в том, что вам нужно. Вот. Это как бы неудивительно. Вот. На самом деле. Но все-таки хотелось бы вам как-то помочь, да, хотел бы вам разобраться. Вместо этого, что вы спрашиваете, да, вместо этого вы спрашиваете о том, а что мне делать, может быть, сейчас мне лучше расстаться. Может быть, вы говорите. Знаете, расставание вам ничего не даст. Вообще. Как мне видится. Слово совсем вам расставание ничего не даст. Потому что это не решит ваших проблем. Это не решит проблем, например, связанных с тем, как вы выстраиваете отношения с людьми. Да, это не решит проблем, как вы взаимодействуете с мужчинами, да, там, и так далее. Да, как бы. То есть это все достаточно важная история. Вот. Вам на это нужно обращать внимание. Вот. Мне, например, еще показалось, да, что вы не очень интересуетесь собой в этой ситуации, что вы вот целиком зависите там от родителей, мечтесь от своих родителей к родителям там, не знаю, молодого человека, например. Как бы есть вот у вас такой момент, что старший и младший. Это такое вот условно разграничение, да, которое, тем не менее, на вас довольно сильно давит, как мне кажется, опять же. Вот. И, собственно говоря, мне бы хотелось, чтобы вы на все это обратили свое внимание. Мне бы хотелось, чтобы вы со всем этим внутри себя познакомились. Вот. Понимаете? И дальше уже, чтобы знали, лучше знали, что вам делать. И в каком направлении двигаться. То есть, собственно, ответ на свой вопрос. Вы хотите его получить извне, а я хочу, чтобы вы получили его изнутри.
хочу, чтобы вы получили его от себя. Сам. Да? Это, мне кажется, очень и очень важно. Конечно, при условии, если у вас есть, ну, вот, такой взгляд на свое дальнейшее развитие. То есть какие перспективы сейчас у вас есть? Да? Быть не самостоятельной, как мне кажется, быть не самостоятельной. Пытаться как-то спорить с другими людьми, пытаться себя оправдываться. Вот, кстати, оправдывать себя — это вообще прямой путь к тому, что вас будут обвинять все. Вот, как и если вы будете что-то доказывать. Поэтому оправдываться — это прямой путь никуда. Вот. Нужно вместо этого работать с личными границами, да, чтобы не заходить за, ну, за личные границы других людей. Вот. Грубо говоря. Вот. Это важно. Это важно. Да. Кстати, то, что вы, как мне кажется, вполне сами способны сделать, да, это то, что вы сами вполне можете. Поэтому, как бы, поставьте себе задачу сначала разобраться в себе, да, вот, желательно не в одиночку, ну, потому что в одиночку это может быть и страшно, и, ну, и больно, и так далее, вот, а именно вот вместе с психологом это будет полегче, вместе с психологом это будет поинтереснее, вместе с психологом это будет не так страшно, вот, для вас, по крайней мере. Вот то, что я хочу вам сказать с точки зрения психологии. Вот, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения, пожалуй, своего опыта, который у меня есть, тоже с точки зрения тех знаний, которые у меня есть. Вот, то есть психологи не могут давать советы конкретные, вот, лично я. Так и вовсе вам советов давать не хочу, потому что это, ну, не работает так, да? Вот. Поэтому обращайтесь за помощью, если хотите, можете вместе с молодым человеком, да, как бы обращаться, вот, и, соответственно, я думаю, что вам вполне можно помочь, если вы хотите в этом направлении двигаться.
Вот. Ну, а я хочу пожелать вам всего самого доброго. Хочу пожелать вам удачи. Хочу надеяться на то, что вы дадите определенный отклик на мой ответ, на мой ответ вам. Вот, и буду, собственно, этого отклика ждать, и надеюсь, что отклик служит началом для вас процесса психотерапии. Вот, надеюсь, что это вам это интересно будет, надеюсь, что это будет увлекательно. Вот. Надеюсь, что это будет прям-таки для вас интересно. Удачи вам и всего самого доброго.